четверг, 23 августа, в 20 часов жители 5 микрорайонов останутся без холодной воды. Отключение плановое. Предприятие «Горводоканал» приведет в порядок участки магистрального водовода. Ремонтировать систему будут 12 часов. Не исключает варианта, что времени рабочим понадобится меньше. Запастись питьевой водой коммунальщики просят жителей отдаленных микрорайонов. 3-го, Пригородного, Новой Веселой, Пионерного, Спирина.